Практическая психология. Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология». В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. Сегодня у меня в гостях врач-психотерапевт, психиатр-нарколог Елена Шарова. Здравствуйте, Лена. Здравствуйте. А также Черминин Илья, руководитель Центра социальной реабилитации для зависимых «Свобода Киров». Здравствуй, Илья. Здравствуйте. И я не просто пригласила вас. Дело в том, что именно с этими коллегами я совсем недавно ездила в Москву на третью международную практическую конференцию «Психология. Вызовы современности». И очень хотелось бы поделиться, во-первых, с нашими слушателями, да, тем, что мы там увидели, услышали, вообще в каком направлении дальше идет тема психологии, психотерапии, ну и, конечно же, тема личности, зависимости и бизнеса. Лена, а в чем вызов современности, вот после, в связи с этим мероприятием, вы для себя определили? Ну, я определила для себя несколько вызовов. Первое для меня было, ну, несомненным таким плюсом этой конференции. Это, наверное, была одна из первых конференций, где наконец-то заявили, что процессы, которые, психологические процессы, которые направлены на разрешение зависимости, те же самые процессы работают и в развитии бизнеса. Угу. И что в том и в другом случае личность играет наибольшее значение. То есть развитие личности – это на первом месте. На втором для меня вот этот вызов современности, что на сегодняшний день очень многие занимаются что развитием бизнеса, вот эти коуч, психологи, ну и так далее. То есть достаточно много на сегодняшний день различных направлений. С зависимостями работают тоже очень многие люди. И на этой конференции собрали всех. Мне было, ну, очень приятно, что там были как профессионалы, ну, имеется в виду специалисты, которые получили образование, там, психотерапевты, врачи, психологи, также были начинающие психологи и были консультанты по работе с зависимыми. Это те, кто, ну, так называемые бывшие зависимые, которые имеют длительную ремиссию и которые тоже работают с зависимыми. И мы все вместе участвовали во всех этих конференциях, причем все были как, там были участники, и спикеры среди вот из этого числа людей, и профессора, академики, которые там были, они также были слушателями у тех же самых бывших зависимых, слушая, да, как они работают, потому что у каждого есть свой багаж. Угу. А, ну, у профессионала, там, специалиста есть знания, там, багаж знаний, который дается везде в университетах. У консультантов по работе с зависимостью, то есть бывших зависимых, у них огромный опыт. То есть тот опыт, который имеют они, не имеют. Нет, никто, никакой специалист. Если говорить, например, про, ну, начинающих психологов, у них пытливый ум, они задают очень много вопросов, причем все вопросы в тему. И, соответственно, плюс ко всему, они берут инструментарий прямо, да, да, сразу, да, же. Это было, ну, просто очень здорово. Угу. Прям до мурашки сейчас, угу, говорю, у меня мурашки по коже. Отлично. Угу. Илья, была тоже рада вас видеть на этой конференции. Угу. У вас, причем такая была целая, такая хорошая команда. Команда. Ребят, скажите, пожалуйста, чем занимаются в вашем центре? Каким образом вы помогаете? По какой программе вы работаете? Наш центр вообще основан на 12-шаговой программе. Это американская программа. Она была в Россию ввезена, так сказать, в 50-х, 60-х годах, наверное, да? И развивается у нас сейчас довольно-таки очень быстро. Угу. И в нашем регионе сейчас это тоже идет. Востребовано. Востребовано, да, как бы. Вот. И занимаемся мы там восстановлением личности зависимого человека, потому что зависимый человек – это, как это сказать? Ну, это прежде всего личность, да? Да, это личность, у которой, несомненно. У, угу, которой низкая самооценка, никакой ответственности за самого себя, за свои действия, за свои поступки. И это мы там взращиваем. Угу. Вот, опираясь на 12-шаговую программу. Она результативна, да? Судя по всему, потому что я слышала, не в одном уже городе, да, по этой программе проходят и реабилитация, процессы. В чем особенность этой программы? Ну, я могу, наверное, немножечко добавить. Я, так как работаю в этом центре психотерапевтом, ну, если нас слушают психологи-психотерапевты, это второе научное название 12-шаговой программы, называется когнитивно-поведенческая. Угу. То есть ребята, ну, все процессы направлены на то, что ребята начинают осознавать, какое поведение
а к чему может и какие последствия они за счет этого получат, да? Причем это все через чувственную сферу. Угу. То есть сначала идут там чувства, эмоции, да, поведенческие реакции, и что, к чему это может привести. Достаточно интересный процесс, и вот, ну, я давно влюблена в эту программу, с начала 2000-х годов, можно так сказать. И если говорить про ремиссию, то я видела ребят с хорошей ремиссией, длительной ремиссией, большую часть ребят с хорошей ремиссией именно после этой программы. Угу. Но имеется в виду ремиссия там более 5 лет и еще более, там и 15 лет, и 20 лет есть ребята, которые уже не употребляют на протяжении вот такого длительного срока, пройдя именно эту программу. Что мне порадовало и сначала удивило, угу. Да, когда я увидела огромное количество ребят, мужчин, женщин, которые были или сами в зависимости, или были в созависимом положении, да, и они на этой конференции рассказывали о том, как вообще прошли через все эти препятствия и как сейчас у них удается выстраивать новую жизнь. Для вас этот показатель вот в этой конференции, с чем приехали, что обратно взяли, что будете применять? Илья. Опыта очень много взяли, угу. Очень много. Мы за этим и ехали туда, да, чтобы посмотреть, потому что очень много спикеров было туда, приехало, и все с разновидным своими какими-то программами. Со своим взглядом, да, да, со на своим эту взглядом задачу. На все на угу. это. И очень, как бы, опыта много, я вам сразу скажу. Хорошо, а вот я правильно понимаю, те ребята, которые были, например, в зависимости, они потом после реабилитации становятся консультантами, правильно я понимаю? Да. Да? Да. То есть они, уже пройдя все эти 12 шагов, знают, что это реально помочь себе, и начинают помогать другим. Другим. Угу. Но все это делается при поддержке психологов. Психологов, родственников. Родственников. Самих зависимых между собой, угу, как бы, угу. Потому что это терапевтическое сообщество в первую очередь. Угу. В чем особенность работы с химически зависимыми? Ну, особенность, наверное, вот если говорить про первую, вот в первую очередь я всегда говорю, что это работа с родственниками. Для меня это всегда на первом месте. Если родственники не подключаются... Если они говорят, что это твоя проблема, да, если вот родственник говорит, это не моя проблема, это его проблема, все. Угу. Я просто знаю, что процент успеха будет 50%. Угу. Потому что созависимость – это не только страдание от того, что в семье появился зависимый человек. Это неосознанные поведенческие реакции, которые провоцируют зависимого оставаться в зависимости. Угу. Вот, к сожалению, это правда. Многие это не готовы принять. У нас существует группа в Кирове, и кто начинает ходить на группу, начинает с этим работать, многие, ну, все, кто сейчас ходит на группу, они все это осознают и стараются менять свое поведение. То есть менять поведенческую реакцию созависимым, родственникам зависимых приходится в первую очередь. Что касается зависимых, это, ну вот, Илья Олегович уже сказал по этому поводу, да, что это самооценка. Хотя в первую очередь, конечно, работаем с отрицанием болезни. Первое – это, ну, нет алкоголика и наркомана, который бы пришел и сказал, я наркоман, я алкоголик. Угу. Это социально неприемлемое заболевание, и, соответственно, оно прям поддерживает вот это отрицание того, что человек болеет. Посмотрите, Лена, на конференции вот на этой, да, угу. Я, например, увидела совсем другой взгляд на заболевания так, химически угу. зависимых. Да? Да. То есть мы говорим не о социально неодобряемом, да, а о том, что этого человека, ему, этому человеку можно помочь, и он может потом также встроиться. Да, вот чем мне понравилась конференция в Москве, угу. То есть вот, к сожалению, в Кирове я пока этого еще не вижу. Пока нас, мы еще не считываем, да, даже, да, у нас вот пока тему. Очень четко разделено. Если это государственная структура, значит, вот почему-то там помогут. Угу. Если это не государственная структура, вот прям даже я слышала такие названия, типа «Шарашкина контора», угу, к сожалению. Угу. Хотя на самом деле все отличие государственной структуры от негосударственной тем, что в негосударственных есть возможность расширять программы, расширять срок реабилитации, угу, вводить дополнительные программы. То есть нет вот этих ограничений, которые введены вот этими нормами, стандартами. Угу. Угу. И, соответственно, для меня, если есть возможность обращаться в негосударственное учреждение, я всегда говорю, ну, там просто возможности можно взять больше. Это правда. Ну, к сожалению, у нас пока это в Кирове так. В Москве к этому относятся уже совершенно по-другому. Мне очень понравилось, как один там сотрудник научного центра Московского государственного сказал, давайте относиться к наркологии как к науке с человеческим лицом. В первую очередь, что там? Там личность. Личность, которая заболела.
Мы не можем сказать, что наркология – это наука о ненормальных людях. Это наука о заболевании, которое возникло у нормального человека. Угу. И от этой болезни никто не защищен. Да, и поэтому на конференции очень грамотно разбирали, да, каким образом мы, родители, иногда формируем эту зависимую личность. Да? Потрясающий мастер-класс, который нам дала Москаленко Валентина Петровна. Валентина Дмитриевна. Профессор, психотерапевт, врач-генетик, то есть она масса там имеет различных регалий. Да. Это вот она как раз показывала, каким образом формируется зависимость, да, за счет созависимых родителей, созависимой мамы. Угу. Ну, там много было мастер-классов, да, конечно. И мне очень понравилось, что на вот этом мастер-классе были люди, которые осознавали, да, что они, например, их родители были зависимыми, что они дети зависимых, да, и прежде всего беспокоились о том, как не воспитать самим детей, да, чтобы не было вот этого продолжения, повторения. Хорошо. Еще, Илья, что вам особенно ценно было после вот конференции, когда вот вы вот уже понимаете, что конференция прошла, эти 3 дня вас? После конференции мне, наверное, была ценна видение своей команды, кто как это воспринял. Кто как работал на конференции, кто как вообще отнесся к каждому из спикеров, который там был. Вот это мне, наверное, было самое ценное и самое важное от этой конференции. Ну, на будущий год тоже планируете, да? Да, потому что это все равно какая-то такая точка роста, да, после которой вдохновляешься, хочется что-то дальше делать, да, творить, да, помогать. Обязательно. Хорошо. Лена, к вам вопрос. 3 секции, да, рассматривали. Психология личности, зависимость. Вот мы сейчас про зависимость еще закончим и перейдем к следующим, да. Вот смотрите, тема... Услышала такую тоже фразу на конференции о том, что все люди в той или иной степени зависимости. Конечно. Кто-то от сахара, кто-то от кофе, кто-то в любовной зависимости, что тоже немаловажно. Кто-то в химической, кто-то в алкозависимости. Да? И в итоге мы с вами понимаем, что дальше современные люди, они так или иначе все равно будут в этом находиться. Угу. Есть ли у нас здесь в Кирове какие-то программы, может быть, какие-то тренинги, что-то еще, что может помочь не оказаться, осознать, что ты можешь быть зависимым, и не оказываться в этом состоянии? Ну, вообще, я хочу сказать про зависимость, наверное, сейчас так в пользу зависимости. Любая зависимость, которая осознаваема, она уже перестает быть болезненной. Это же Москаленко Валентина Дмитриевна, профессор, сказала, что если вы в отношениях с человеком, у вас нет зависимости, значит, нет любви. Она даже это подчеркнула. Поэтому если это осознанная зависимость, она уже перестает просто быть зависимостью. Вот это вот... Главный такой, да, изюм. Изюм основной. Поэтому, ну, наверное, вот те, кто осознанно к этому подходит, скорее, да, труднее ему оказаться в зависимости, потому что он понимает, зачем он это делает, с какой целью все это происходит, да. Уходит от этого отрицания. Вот сейчас научная работа, ведь, да, тоже с этой же темой связана, да? Да, у меня, да, научная работа, которую я пишу, она связана с наркозависимыми, она связана с теми изменениями психическими, которые возникают под действием современных наркотиков. Я просто хочу вот вернуться к вашему вопросу про тренинги. Я так задумалась об этом. Вообще, на самом деле, у нас проходит достаточное количество всяких различных мастер-классов и конференций. Вот мы с вами не так давно участвовали в конференции в медуниверситете. И там проводятся на уровне мастер-классов эти вещи. То есть можно прийти и просто ознакомиться с какими-то инструментами, которые помогают, ну, предупредить у детей развитие той зависимости, да, которая опасна, которая приводит к болезненному состоянию. Я пока не практикую как таковые тренинги широкомасштабные. То есть для меня задача проводить тренинги именно в реабилитационном центре с ребятами. Потом встречаетесь вы, да? Потом у нас каждая среда у нас встреча с созависимыми. Это бесплатные встречи у нас. И они будут сохранять свою бесплатную вот эту, скажем, да, почву, потому что это важно, чтобы родители начали ходить и жены начали ходить. Там тоже проводятся различные упражнения, в том числе какие-то тренинговые. Ну, больше там, конечно, идет на когитум, то есть, да, там больше такого, ну, у нас обсуждения идут различные, там,
мозговые штурмы, можно даже так сказать. А то, что вы сказали про тренинги, это такая интересная идея. Может быть, даже да, стоит подумать и что-то такое организовать подобное. Если у нас будут проводиться хотя бы подобного рода конференции, вот на которые мы съездили в Москву, это было бы вообще здорово. Ну, наверное, нам надо с вами просто начинать брать и делать это, да, чтобы они начали проводиться. Да, надо внести свежую какую-то волну. Это точно, я думаю, что пойдут из районов, потому что это действительно интересно, вот то, что было организовано в таком формате провести. Для меня было очень ценным эта конференция тем, что она имела практикоориентированное направление, да, то есть не просто теоретики, хотя были теоретики сильные, да, были люди, которые действительно являются основой вообще психологии, психотерапии в нашей стране. Итак, что теперь хочется сказать про бизнес, да. То есть, смотрите, вот тоже понравилась очень фраза, когда в лектории прозвучала о том, что ведь есть люди, которые даже зависимы от своего собственного бизнеса, да. Вот такие вот мы личности бываем, что от денег, да? От денег, да? От финансовой прибыли. От, ну, вообще от всего, то есть начинает зацикливаться на вот этих все различных KPI-показателях, да, и становится зависимыми от этого. Если что-то там, пошли какие-то снижения, все там начинается, даже психосоматические нарушения, вплоть до депрессивных. Заметили ли вы, что очень много было успешных бизнесменов, да, которые готовы были тоже делиться своим опытом, как они строили этот бизнес, да, с чем они сталкивались, когда у них были вот эти внутриличностные конфликты, что тоже было очень приятно, потому что не было такого разделения, что вот это вот люди, которые там болели, или больные, там, да, как некоторые утверждали, вот это люди успешные. Успешные люди говорили о том, что и у них тоже были проблемы, там, например, да, с химическими зависимостями. И они рассказывали свои истории успеха. Причем рассказывали не просто с точки зрения глянца, да, а рассказывали с точки зрения, вот, пожалуйста, вот это изнанка, смотрите. Это действительно больно, это действительно было сложно, да, но с этим реально было справиться. И слава богу, что есть люди, которые на этом пути поддерживают, да, специалисты, там, коллеги, родные, близкие, еще кто-то. Что вам в секции бизнеса понравилось? Илюша, и тебе тоже этот вопрос. Ну, я сейчас просто, я вот немножко не по теме сейчас скажу, можно, вот начали говорить про бизнес. Да. Я просто заметила, к сожалению, не вела такую статистику, но я, так как с 98-го года работаю с зависимостями, я заметила, что как только человек перестает, ну, выходит, скажем, из зависимости, да, из химической, и уходит в состояние ремиссии длительной, устойчивой, они очень быстро достигают успеха, в том числе в бизнесе. Это настолько, ну, настолько интересная штука для меня, и настолько она для меня необычна, что человек вот перестал быть, ну, нельзя сказать, перестал быть зависимым, да, то есть, скажем, ушел в ремиссию. Они быстро достигают успеха в бизнесе, вот там как раз эти ребята присутствовали. И я, наверное, ходила с точки зрения смотреть на эти вот... Истории, да, на эти семинары, на эти мастер-классы. Мне было интересно на них смотреть, как они, насколько они, без комплексов, можно так скажу, да? Да, то есть насколько у них нет этих вот каких-то долженствований, да, как надо, как вот делай, как я и так далее, да, насколько они свободны уже в своем выборе и в своих действиях. Мне было, ну, очень приятно смотреть на этих людей, очень приятно с ними общаться, потому что действительно человек поднялся не с нуля, как некоторые говорят, а с минуса. С нуля подняться проще, потому что есть на что опираться, а выйти из минуса, это, ну, это вообще дорогого стоит. И как они поднялись, и каких они успехов достигли, это вообще здорово. Илья, расскажите немного о своей команде, которая присутствовала на конференции. У нас были ребята из Саратова, были руководители Саратовского реабилитационного центра, были руководители Ульяновского реабилитационного центра и были ученики. Ученики – это как раз вот те самые ребята, да, которые, ребята, которые теперь уже прошли, являются консультантами. Да, да, и хотят уже именно вот из этих минусов, как Елена Николаевна сказала, идти наверх, наверх и наверх, достигать чего-то. Вот. По поводу вашего вопроса, наверное, бизнеса, да? Да. В сфере всего этого. Я вам, наверное, скажу так. Все секретики я вам раскрывать не буду. Отлично. Вот. Но понравилось мне одно, что не важно, что мы заплатили деньги за это, да, за эту конференцию, но мне понравилось то, что спикеры, все, которые там были, они были честны. Они были именно честны, потому что они сами зависимые, да, там, как мы упомянули об этом уже. И я примерно представляю, как бы, да, что такое зависимый человек, как у него работает голова, да, и что
Они не хвастались этим. Они именно хотели донести до нас, что это возможно, что это можно и что это нужно делать. Несмотря на какие-то все подводные камни, которые сейчас у нас существуют. Вот это мне понравилось на этой конференции, что все были честны и открыты. Угу. Еще вот я слышала такую фразу о том, что, как вот, опять-таки вернусь, да, к моменту, когда некоторые говорили о том, что вот некоммерческие организации – это бизнес. Да? И кто-то сказал, сложно очень в нашей стране на этом сделать бизнес. Да? А вот когда есть искреннее желание помочь, то ты постепенно-постепенно понимаешь, что в силах, в твоих собственных силах и в силах твоей команды просто дать точку опоры, и мы свернем, да, землю, повернем ее под другую оси. Значит, еще такой момент. Хотелось бы тоже с вами обсудить. Я думаю, что вы были участниками и даже проживали какие-то вещи. Так как мы говорили про практикоориентированные моменты, было очень много мастер-классов, связанные через телесно, через телесные, через мультики, через фильмы, через всевозможные лектории, которые были связаны с, там, с восприятием. Вот, пожалуйста, проживи прямо сейчас. Это очень важно, да, человеку, который в зависимости находится. Конечно, да? Конечно. Почему? Ну, во-первых, оказаться в состоянии здесь и сейчас вообще очень модно об этом говорить, хотя это на самом деле не такое модное высказывание, это просто основа психотерапии, вообще любой психотерапии. Зависимость, люди, которые находятся в болезненной зависимости, сейчас буду говорить прямо слово «болезненная», химической зависимости, они живут либо прошлым, либо будущим. Очень трудно проживается момент здесь и теперь. Очень сложно, потому что это необходимо, ну, приходится признать, кто я, где я оказался на самом деле, да, что я себя сейчас, в данный момент, будучи больным, представляю, это неприятные вещи. В реабилитационном центре они через это проходят и называется «встретиться со своим дном». Вот это вот называется, да. А когда проводятся эти упражнения, они помогают человеку прожить, ну, встретиться со своим дном более безболезненно. Такая формулировка красивая. Так вот, знаете, встретиться с дном? Да, я просто понимаю, что и здоровый человек периодически, да, мы встречаемся тоже и бываем удивлены. А упражнение помогает это сделать более безболезненно, потому что там включается масса психологических сопротивлений, это же очень неприятная вещь, да, и наш человеческий организм начинает от этого защищаться. А упражнение помогает так, раз, и мягко ты на дне. Да, и вот раз, мягко, тебе показан путь, как с этого дна можно другую траекторию занять, да, чтобы выйти не обратно в зависимость, а куда-то вперед двинуться. И там, конечно, были эти мастер-классы, которые помогали вот, ну, пока... Я точно эти упражнения буду использовать в работе. Да, потрясающе. Столько всего интересного, очень полезного много взяли. И да. Есть некоторые упражнения, с которыми я даже делиться ни с кем не захотела бы. Я сказала, что настолько ценная вещь, я приеду и буду пользоваться сама, вот пока не напользуюсь, никому не отдам. Вот у меня такое даже было состояние. Отлично, отлично. Ну, в этом и ценность специалиста, да, что кто-то не может этим владеть, да, а мы с вами уже владеем. Для этого, да, мы ездили туда. Вы чувствуете, Илья? Чувство команды, да? Еще хотелось бы, присутствовали вы, я думаю, тоже на той самой встрече, когда люди, успешные бизнесмены, успешные врачи и политики рассказывали, рассуждали о счастье. Да. Да, и был такой тезис о том, что на самом деле иногда человека в зависимость уводит, потому что он никак не может ощутить вот это состояние счастья, и вот оно кажется там, да, вот. Принимаешь там... При помощи вещества, при помощи вещества, да, какое, же это какое же это счастье. И вот я поэтому сейчас хотела бы задать такой вопрос. Вот смотрите, а ведь редко когда говорят о том, что вот эта чувственная сфера, она просто была дефицитарной, и поэтому человек уходит там, да, в какую-то зависимость. И что если мы с детства, с самого детства помогаем ребенку вот это ощущение счастья осознать, взрастить, да, это, оказывается, возможно, то ему проще оставаться вот в этой реальной жизни, а не уходить куда-либо. Не просто проще, а хочется оставаться в этом состоянии. Это же состояние счастья. Ну, все мечтают об этом состоянии. Это действительно, вот это и есть, может быть, основа развития зависимости, когда еще маленький ребенок ищет пути выхода из каких-то, ну, директивных или гиперопекаемых
интервенции со стороны родителей. Да? Родители там что-то такое считают, что из любви делают, а ребенок страдает при этом. Угу. Он начинает искать, и вот идет такой путь поиска, да, где оно, это вот та зона комфорта, где мне будет прямо вот я получу удовольствие и радость. Конечно, вещество, оно дает это очень быстро. Любое вещество, алкоголь, наркотики. Ну, а вот программа, которой вы пользуетесь, да, Илья, она как раз показывает ребятам, что можно к этому состоянию счастья прийти без... Это, да, один из этапов. Угу. Я думаю, что Илья Олегович нам скажет. Это один из этапов прихода вообще к этому состоянию счастья, да? Ну и также сам процесс реабилитации, сам курс, который там идет, непосредственно он еще, да, дает большую возможность понять, что такое счастье. Ну, это не только сесть и выучить книжку, да, там какую-то определенную, это научиться. Это научиться, это как тренинг, своеобразный тренинг жизни. Потом применять это изо дня в день сначала, не спеша, потихоньку, да? И вот так в копилочку, как Елена, да? Один ценный инструмент, второй, третий, да? И так же то же самое происходит. Хорошо, Илья, скажите, вот вы общаетесь с этими ребятами, да? Вы изо дня в день практически их видите. Сложно вот пройти все эти этапы? Сложно. А сейчас ничего легко не бывает. Угу. Как бы, и опять же, вот вернуться к счастью, наверное, да, к вопросу к этому. Общаешься с ребятами, и у кого-то воспринятие счастья – это сходить в 8 утра на работу, прийти в 8 вечера домой и лечь у телевизора – это счастье. Угу. Да? Как бы, но развивающемуся человеку этого мало. И мы пытаемся показать, донести, что ну, можно по-другому испытывать. Да, это можно развитие, саморазвитием заниматься, куда-то идти дальше, познавать, и учиться. И это все можно делать всю жизнь. Согласна. Причем разными способами, разными методами, да. И на этой конференции тоже было показано. Очень мне понравилось, что на третий день, да, я, по крайней мере, участвовала во всем в этом, на третий день была прямо настоящая игротерапия. Была возможность поиграть во всевозможные психологические трансформационные игры, в бизнес-игры, что тоже немаловажно. Вы участвовали хоть раз? Я нет. Но... Я слишком азартный человек, я опасаюсь игр. Я боюсь, что меня затянет так, что я вообще перестану... Счастье... Перестану быть психотерапевтом, буду исключительно игропрактиком. Ну, я тогда выбрала другой мастер-класс, я выбрала эмоционально-образную терапию. Это мне очень интересное направление. Я тогда ушла, вот когда были вот эти игры, я ушла смотреть... тоже на волшебство, только воздействие вот такой техники, как эмоционально-образная терапия. А можно несколько слов про эту терапию? Как она работает с зависимыми? Да, автор Линда Николай. Я, конечно, была очень удивлена. Я сама гештальт-терапевт. Он тоже, как он сказал, в прошлом гештальт-терапевт. Но невозможно быть в прошлом. Понятно, что он просто знает. Использует этот инструмент? Использует, да. И разработанная эта терапия лично им. Он является президентом этой школы. И он нам прям... показал, как она работает. То есть человек, который сделал заявку там про психосоматическое одно у него заболевание, там девушка, он буквально там, у нас было полчаса, вывел до таких глубин, что было понятно, откуда пошли проблемы, куда двигаться дальше, что можно сделать с этим. Ну, то есть для меня это, конечно, была потрясающая работа. То есть это вот тот инструмент, который помогает быстро. То есть, если вот гештальт – это, конечно, не психоанализ, но вот там тоже приходится ходить там несколько сеансов, а здесь вот, буквально за один сеанс, при помощи этого инструмента можно человеку помочь. Но он прямо сразу подчеркнул, что в работе с зависимостями данный инструмент эффекта не показал. Пока. Он сказал, мы пока не нашли такого, потому что все-таки это более длительный процесс должен быть. Это не просто так формировалась зависимость, она формируется с детства. И он сказал, что если в работе зависимости, пользуйтесь лучше уж там гештальт, когнитивно-поведенческое. А вот этим инструментом можно работать разовые какие-то моменты. Да? То есть вот психосоматика это хорошо помогает. Там. Отчасти созависимым, не при всех нарушениях, в том числе психосоматических. То есть это вот он сказал. Поэтому для меня как психотерапевта это интересно. В работе зависимости я услышала от самого автора этой методики, что... Ну, не менее, мне методика очень это нравится. Очень. По крайней мере, просто я была потрясена. Такая
Легко применимая, да, в какой-то степени даже. Да. Хорошо, Илья, а вам какой мастер-класс или какой семинар или какой телемост понравился больше всего? Что вот сейчас уже, какое послевкусие, да, потому что у нас программа завершается, хотелось бы вот услышать ваши ощущения. Мне, наверное, что запомнилось, это мастер-класс про психосоматику. Да. Вообще, что это? Угу. Что это, как это развивается, откуда это идет и... Очень был яркий пример личный самого спикера, и вот как бы это мне понравилось больше всего. А так мне запомнилось, каждый спикер, он по-своему был хорош, так сказать, да, как бы. Полезен. Полезен. И, ну, у меня лично не создалось какого-то там яркого лидера, там мне каждый из них, я что-то для себя взял, подчеркнул. Отлично. И привез Киров. И привез Киров. Вот это ценно, это важно, да, потому что теперь Кирову можно быть спокойным, да, по крайней мере. У нас уже есть специалисты, да, которые занимаются серьезно этими вопросами. Ну, а мне лично очень понравилось то, что это была такая действительно международная конференция, да, потому что было очень много специалистов из Европы, из Америки. Что тоже немаловажно. Да. Причем они щедро делились своим взглядом, да, на ту или иную задачу, ту или иную проблему. Инструментами просто. Делились, да. Потом вот эта та самая атмосфера, которая была вроде бы и рабочая, да, и в то же время очень ресурсная, потому что ты, участвуя в этом же, например, каком-то мастер-классе, мало того, что ты берешь просто инструментарий, но ты еще и прорабатываешь себя, что тоже немаловажно, да. Ну что, еще, наверное, в завершении хотелось бы... узнать, что же для вас такое счастье для каждого. Да? Вот такая формулировочка. Поделитесь с нами этим ощущением. Какой у вас рецепт счастья? Ну, Лена. На самом деле у меня счастье менялось в течение моей жизни. Вот то, что сейчас для меня счастье. Для меня счастье – это сейчас мой дом. Это комфортная среда, когда рядом близкие, родные люди. Это обязательно потрескивание дров в камине. Как здорово. Да, это, кстати, и баня в том числе, и березы, запах березовых веников. Это уютный плед, это плетеное кресло. Вот для меня весь этот уют, весь этот комфорт, вся эта мягкость, для меня сегодня это счастье. Здорово. Спасибо за ваш рецепт. Спасибо. Илья, что счастье для тебя? На сегодняшний день, наверное, основное – это семья. В первую же очередь это семья. А остальное – это саморазвитие. Тоже. Ну вот, да, пришел к этому выводу, что, наверное, я с ним не расстанусь. Пока не расстанусь я с вами. Хорошо, отлично. Вот. А если честно, был какой-то до этого другой рецепт счастья? Были. Наверное, как и у большинства сейчас людей, это деньги, это заработок, это... Друзья. Друзья, это какой-то статус социальный, да. Угу. Конечно, это все и осталось, да, но это не на первом месте, что я... чего я хочу. Не в таком приоритете, да. Да? Отлично. Ну что, друзья, спасибо вам большое, что вы поделились своими впечатлениями, эмоциями, своими знаниями, которые вы привезли с третьей международной практической конференции «Психология вызова современности». И, конечно же, я очень надеюсь, что мы будем это все применять с вами в практике. Да? Так что вперед к звездам. Ну и очень надеюсь, что еще таких конференций в нашей с вами жизни будет очень-очень много. Мало того, приглашаю. Давайте будем организовывать вместе. Давайте. Вот я тоже хотела этим завершить. Это была программа «Практическая психология». Как приятно, что есть люди, с которыми думаешь, мыслишь, чувствуешь одинаково, и которые готовы с тобой тоже идти в бой. Сегодня у меня в программе был врач, психотерапевт, психиатр-нарколог Елена Шарова, а также Черменин Илья, руководитель Центра социальной реабилитации для зависимых «Свобода Киров». Спасибо вам большое. Спасибо. Всем спасибо. Всего самого хорошего. Спасибо. До свидания. Всего доброго. «Практическая психология».